Наша ласточка прибывает. Путешествие закончилось по Абхазии. Мы возвращаемся на электричке. Вагон номер 8. В общем, 8 вагонов. Вот такая ласточка. Стоимость билета Адлер, Анапа, 1100 рублей. Сидячие места. Прибывает он в 9:30. Ирина, у нас 8-й. Дальше, кажется. Тяжело идти. Сумка еще. Вот это, кажется, наш вагончик. Сейчас посмотрим, что там внутри. Восемь вагончиков. Еще, наверное, посадки нет. Такой вагон. Народу очень много. Где у нас тут наши места? О, Иришка уже нашла. Такие столики. Можно покушать. И мы отправляемся. Бегущая строка. 23 марта. 12:04:13:25, кажется, у нас отправление поезда. Две остановки и вагон полный. Чай и кофе несут. Чай, кофе, сок. И темно уже. Ничего не видно. Десять вагонов электрички. Я читала, насчитала 8, а за нами еще один вагон. Все вагоны переполнены. В каждом вагоне 100 мест. Вагоны все полные. Мы уже доехали до ключа горячего. Следующая остановка будет у нас горячий ключ. Но не видно, так темно. Что я вам еще не сказала по поводу электрички. Значит, еще есть у нас тут телевизор. И нужно попить водичку. Первый, пятый вагон. Там расположены туалетные комнаты. И у нас тут детвора, спортсмены. Кругом спортсмены. И в первом вагоне есть ресторан. Ох, народу сколько. Видите? Проводники все ребята. Черные костюмчики, белые рубашечки. Шикарно выглядят. Чисто, уютно. И вот такой вот наш составчик. Видно? Не видно. Не хочется мне выходить. Сколько мы еще стоим? Ух ты, ух ты. Чуть не закрыла. Сколько стоим еще? 5 минут. 5 минут? Можно выйти? Пять минут. Вот наш вагон. Так, друзья мои, ну все, мое путешествие закончилось по Абхазии. Я буду скоро дома. Всем привет, друзья! Вы на канале Планета Земля. С вами Татьяна Панова. Мое путешествие по Абхазии заканчивается. И мы от ПСО едем на электричке
О, а тут народу поменьше в нашем вагоне. Столько детей, спортсменов. А тут вот тоже спортсмены. Велосипеды. Вот такой уютный еще один вагон. Телевизор, бегущая строка. В первом-пятом вагоне туалеты. В первом вагоне, в первом вагоне у нас ресторан. А тут, обратите внимание, совершенно по-другому места. Тем в другую сторону. Ну, все вагоны одинаковые. Но мне этот состав нравится больше, чем электричка Анапа Керчь. Сегодня у нас какое? 23 марта 2021 год. А в Керчь мы ездили в феврале. Есть чем сравнить. Более комфортный, более современный. Этот, о, видите, у нас тут детворы сколько. Восемьсот номер нашей ласточки Анапа Адлер. Время пути 8 часов. Стоимость билета 1100 рублей. Мы едем обратно. Адлер Анапа. Позвольте пройти. 830-й поезд. Уже темно. Стоимость билета тоже 1100. Время пути 8 часов. Вот такой более современный, чем электричка Керчь-Анапа.